Ну, так поэтому я тебе говорил давить сначала, потому что у него город был вообще пустой. Ты мог бы его занять просто и все. И они бы потеряли контроль над центром. Будем на этой пробовать? Или как? Да. С этой карты может быть немножко... А чё вы карту меняете? Мы ж не выиграли на той карте. Можем на той просто. Ладно. Надо играть на одной карте. Ты поставь 3 бота и нормально будет играть тогда. Ну это будет скучно, мы их задавим просто. Или ты хочешь поставить тяжелейшего, то есть высочайшего? Ну 3 предельных ставь и нормально будет ощущаться. 3 предельных, ты уверен? Ну, точно в этом уверен? Нас четверо. Не, они, конечно, нас могут выиграть. Они нас задавят просто. Просто 4 там. Там объема войск больше, а против 3 попроще должно быть. Да это понятно, да не надо. Мы, у нас уже есть проверенная схема, так что это, играем против 4. Войт, у тебя вот проблема, я заметил, что у тебя герои все время в жопе и ничего не делают. Они всегда должны на передовой торговать ебалом, поэтому следи за ними. Так что мы стильнейших ставим или этих высочайших предельных? Ну, как и в прошлый раз, оставляй. Я попробую с Дакотов собирать, так и я предупреждаю, что не играл с Дакотов. Ну, у нас 3 квота, вот, понимаю. Ну, вы в курсе, что у вас будет энергии очень сильно переваливать? Поэтому надо будет вкладываться разумно. И ковчегов до хера не стройте. Выберите себе позиции по краям, а то сейчас хер пойми как станете. Сигим это, классный, галочку еще. Что там за Клотвов делать? Все, реакторные районы или что? Угу. Ну да, которые энергию вырабатывают. Ладно. А ковчеги... Ковчеги не сливайте, потому что они не строятся как обычный юнит, они только с городским районом. По-моему, только за Винчи играл. То есть я пробовал играть за другие фракции, только компании. Все. Они строятся как обычный юнит, просто они дорого стоят. Да, но я уже не помню точно. Ну, то, что я знаю, что у кого-то в шахтёры долго становится. Даже вроде больше, чем эти обычные водоколпы или они. У них вообще все больше становится. Thank you.
один сюжетный район, один ковчег. Кого лучше призывать? Сила или этого бога смерти? Я пока тут буду пытаться... Что пытаться? Я буду, короче, по углу входить к красному, потому что он все равно пойдет на центр. А что, вы еще ни одного города не захватили? Войд этот, Ичпонг. Сиги, мне никак к твоему голосу не привыкну. Привык, что молчишь. Кажется, что это Войд разговаривает. Я бы мог почаще общаться, но мне лень. Жизнь зачем? Мне сейчас главное просто зайти на эти... Как их? Города по кругу, ну, по краям точнее. Кстати, вот тут красный уже что-то делает. Он идет на центр, аккуратнее там. Он сейчас к тебе подойдет, Леонардо. Привет. Производство Тимония, конечно, ужасное, но подойдет. Второго героя лучше сделать под конец игры вообще. Нет смысла его создавать где-то вторую половину, ты просто ресурсы потратишь. Второй герой, он стоит уже по 400 золота и тимония. Это дорого.
Здесь вообще нет залежи тимония. Какой ужас. Так, я думаю, сейчас сделаю один ковчег и вскоре начну вам подавать ковчеги. Ну как вам, Леонардо? Потому что он один, единственный Никвотов. Тебе, Леонардо, тебе нужна помощь на центре? Пока нет. Я просто планирую сейчас напасть на вот этот вот город. Я дерусь. Я, кстати, отбился. От двоих причем. Не понял, короче, красные и желтые, они пойдут меня давить по этому, по краю. Я на чеку, если что, кричи. Окей. Да, красные, они точно будут идти по краю. Я предложу тебе задавить этот город. А не, хотя там у него есть еще юниты, пока что не надо. Я там тебе отрядик не послал небольшой, так что... Окей. Просто тут желтый решил вместе с красным меня задавить понемногу. Мне больно. Ну, блядь, придется к тебе идти. Ну, жди. Ну, я жду. Подожди, или ты отбился? Да а, я... Не... Смотри, видишь, я хотел захватить этот город, но они уже наступают на меня, мне приходится. Всё, я это... Понял. Да там он подбегает мои уже. Окей. Сейчас еще прибегут. Так что все зашибись. Надо вторую часовню поставить, а то мало юнитов производится. Блин, Жакома, чё ты стоишь, тупишь? Я с тыла захожу, если что, видишь, да? Нет, фактория не нужна пока что. Кстати, напомню, но про факторию надо юнитов создать. Так... Не, ну все, мы его сейчас продавим быстренько. Главное, чтобы его больше здесь не было. Так, что там с твоими юнитами? Лечить надо? То надо. Немножко. Да ну не знаю, вроде нормально. Мне просто ковчег, он же лечит. Смотри, желтые и красные пришли. Да я вижу. Но я сейчас попытаюсь как-то помочь. Я просто хочу еще город захватить. О, их много. Ковчеги я буду использовать на часовне. Так. Ух ты, он в тыл пошел, вот ублюдок. Красный. Да, я вижу то, что он в тыл идет. Он вообще гадкий человек. Ну как человек, бот. Ага, он получается прошел по слепой зоне. Нормально. Это, что ты отобьешься, я пошел защищать свою территорию. Ну защищайся, попробуй сейчас. Пара не повредить ему. Потому что пока что вроде бы держусь. Я прогнал красного, так что держи свой план. Я пока создаю тут пехоту у себя. Ковчеги вообще хорошая вещь, не позволяет твоей пехоте жить бесконечно. Ну все, я пока захватываю город, ты держись там.
Войд, почему ты не создаешь шахты? Я просто смотрю, у тебя вообще шахт мало очень. У нас там никого не продавили еще? Да нет, правда там Войд что-то странно чем-то занимается. У него нет шахт практически, и да, его начали продавливать. И он молчит, да. Войду, тьфу, Войду. Войду плохо. Ему надо помощь. А, ну ладно, Ичпом вроде идет им помогать. У меня уже строят святилище первое. Буду сейчас бить их. У меня уже много пехоты, нормально. Короче, я иду бить этот город. Ты пока держись там. Давай, давай. Я центр держу, короче, на центре все офигенно. Я даже нет, нападаю, чтобы отвлекать их. У меня тоже тут пока что все хорошо. Сейчас буду идолов клепать. Правда, шахт вообще нет. Ужас. Так. Это, Сигин, смотри, куда. Сигин, вот это ж что? Выкупи. Видишь? Я не могу выкопить. А, я могу починить точно. Стой, потому что я его тоже давлю на центре. Оранжевая охеревает. Так что Инчпоп, давай, ебаш просто. Все, я сейчас красного уничтожу. Не беспокойтесь насчет красного, просто держитесь против остальных. Где мои шахты? Я не вижу их. Ой-ой-ой. Красный пришел отомстить мне. Справишься? Да, у него тут мало всего, просто герой. И несколько плохих юнитов. Хотя помощь бы не помешала на самом деле, потому что они тут больно бьют. Да меня тут тоже начали давить. Вон, оранжевые и желтые пришли меня трахать на центре. Так что, вот. По сути, ты дерешься только с красным. Постарайся сам как-нибудь пока. Да я бы легко победить, главное, чтобы он меня не сильно бил. Не, ну пехота пока живет, потому что ковчеги. Хоть ее и стало меньше. Ковчег, нет, иди назад, нет. Черт, где они?
работаем. Блять, блядские эти змеи вообще неубиваемые. Так, я там как отбил. На центре? Я отбился на центре. Но у меня войск мало, мне надо восстанавливаться какое-то время. Сейчас я пока что создаю жирных этих едалов, чтобы продавить этого окончательно. Пехота пока живет, она улучшенная, так что, да, нормально. Ну фига себе давить начали, суки. И захватываю уже, получается, последние города красные, держитесь. Давай, давай. У меня все пока под контролем. Ух ты ж, блядь. Они тут решили воспользоваться ситуацией. В принципе, я сейчас экономику раскачаю, и тогда начну всех бесить. Черт, у меня пехота вся разбежалась по карте. Чё за бред? Они не хотят вместе. Оба-на, я здесь. Ага, пока. Вот я выключил. Ой, выключился, выздоровел. Окей. Привет. А куда Данил делся? Куда он делся, он не приходил. Он же вроде не придет. Да, да. Мы играем сейчас просто. Ну я пока давлю его идолами, хотя моя пехота немного погибает. Мне, короче, начали продавливать, готов все. У меня просто они по двое, по трое давят на центре, и вообще тяжко против них. Я пехоту понемногу создаю, она вроде спасает меня. Дайте сотку Тимоне кто-нибудь. Какой цвет у тебя? Синий. Все, спасибо. Сейчас буду строить элитных идолов. Они должны затащить. Отступает. Не знаю, будет любит постоять. Сигим, короче, дави, я уже ничего сделать не могу, я чисто вот да, держусь. Сейчас пока, я хочу красного давить, чтобы он исчез, и все. Дави. Ну и, конечно, армия немного загибается, но в принципе нормально.
Так, срочно дайте еще одну сотку для того, чтобы я построил город. А уже не надо, в общем, не давайте. Но все равно спасибо. Хера себе, вас так продавили? Да. Жестоко. Ну не нас, а меня. Не, ну просто у меня уже город атакует. Я вот смотрю, думаю, почему так? Все, красный умирает. Давай быстрее меня тут вынос. Да все, все, я его уничтожаю. Сразу иди на остальных, потому что, чтобы они отвлеклись на тебя. Иначе они меня сейчас просто пронесут. Не вряд ли отпекутся, но я попробую. Войд, дави как боженька, потому что мне хана, они все меня давят. Отлично. Фух, успел доказать бункер, интересно, поможет мне это или нет? Отвлеклись, офигеть. Синим сработала хуйня твоя. То есть они пошли на тебя. Сейчас я буду восстанавливаться и наступать. У меня уже 5 идолов, поэтому я думаю, я смогу сдержать немного. А что будет делать? Что он уже так мало территории? Нет, мне надо назад не будет территории. Начинать давить, кстати. Ребят, пейте сюда хоть что-нибудь, потому что мне сейчас продавать. Я уже начинаю наступать, подожди, я только восстановил войска. Ну спасибо, Ичком. Должен помочь. Вот я прислал. Они там задержат, по крайней мере. Нормально, спасибо. Хотя бы что-то задержат. И главное, чтобы мне пехота успела улучшиться. Я уже создаю этот город отомщения. Все, красный умер.
Киньте, пожалуйста, кто-нибудь 400 этих тимония, срочно прям. Скиньтесь. Хотя по сотке. Строим город отомщения. Давай. Ля-ля-ля, мне их в чек снесли. Я сейчас жжет, он начинаю убивать. Отлично, давай. У меня уже есть отомщение. Мне уже сейчас следующий уровень. Правда, у них пехоты меньше умеет, потому что это все убивает. Дайте мне 200 золота. Сидим тебе? Ну одну уже хотя бы, все нормально. Еще у вас так много ресурсов, вы их не используете. Мне кажется. Тебе кажется. Так, у меня очень мало пехоты, но идолы, они просто уничтожают их все. Короче, тут оранжевый, надо помощь. Да я вижу, да? Их там давят. Сейчас мы это, я уже установил город. Вот этот вот. И я добью последние города оранжевым добить их. Я его уже забрал. Thank you.
Я вам сейчас второго героя создам. Где он его создать? Держи еще помп это. Ну, это. Я активирую, короче, дипломатию. На, держи, вот город тебе развивает. Я снесу шахту ради тебя, очком. Строй там, короче, себе шахту и прочее. У тебя город, если нет. Да я тебе передал один город, так что ты сможешь убить, если что. Почему я не могу строить район? А вот могу. Так, все, ребят, два игрока уже убиты. Вы там как? Их проносят. Их оранжевый ебет просто все щели. Я сейчас оранжевый тоже буду проносить. Просто держитесь. И немного сопротивляйтесь там. Главное, чтобы мне сила не свели, потому что он что-то умирает. А к силу пока не надо умирать. Ребят, тут мне нужна уже ваша помощь, потому что оранжевый уже разошел. Да я знаю, вообще-то я сам с ним тут мучаюсь. Черт, я не ту способность заюзал. Точнее, не там. У меня вообще нет тимония, мне очень плохо. Кому давать тимония? Я могу дать. Мне нужно очень много тимония, вообще весь. Потому что если у меня не будет тимония, я просто подохну сейчас. У меня нет вообще ни одного юнита. Ужасно. Но я задержал оранжевого, просто давить его теперь.
У меня много золота, кому дать золото? Давай я тебе перекачаю в Тимоне золото. Некий, да? Окей. Сейчас, где-то. Вот. Сейчас, момент. Жди, жди, сейчас я качаю, качаю. Сейчас я тебе накину Тимоне. Окей, отлично. Срочно нужно строить много всего. Не, ну мой город пока что спасает меня. Хотя меня бой набьют. Блять, они заебали меня отгонять постоянно. Только пробивать начинаю, они все выносят. Да не, у него не хватит сил просто бороться против всех нас, ну все, он умрет. Пять часов 10 минут. Теперь нужно заново идолов делать. Уже больше будет. Хорошо. Ну, я сейчас попытаюсь, короче, сделать нихера там. Город что-то как... А, понял. Помп, у тебя тут ковчег, а ничего не делал. Ковчег. Вот эти вот, оба. Ну, один идет куда-то, а другой стоит. Передай мне один ковчег, пожалуйста, очко. Мне нужно для героя. Не, мне нужен один ковчег для героя, потому что если не будет, то он может просто сойдет. Звонили тут, немного отвлекли. Ты сказал, мы уж на паузу могли нажать. Да я не успел, телефон схватил. Тут у меня, смотрю, идолы город какой-то бьют, захватили. Ну все, отлично, я уничтожил блок. Нам хотя бы оранжевый захватить. Хотите этот город какой-то где-нибудь ужасный? Да я занят, меня дрючат. Ладно. Сейчас наемников туда пошли.
У кого лишнее золото, в принципе, можете мне скидывать, я хоть раскачаюсь. Ну все, я иду тот город убивать, как ты просил. Да я уже его сам убью, там он манит. Можете не беспокоиться. Просто идите по центру и захватите центр. Я буду идти по краю. А мой город отомщения будет идти по где-то центру с вами, помогать вам. Черт, звездная стрела. Они. Вроде. Делали мастер лимита вообще? Там где Виафана или город отомщения. Потому что у меня на это нет времени. Окей. Мне сейчас сюда призывала. Леонардо, да, или? Сейчас, подожди, подожди. Надо помикрить. Извините, мне надо было. Потому что у меня что-то идолов начинают жестко бить. Thank you.
Осталось только оранжевого задавить. Вы как там живете? Да все отлично. Только H-помпа задавили, он умер, считай. Его это тоже задавили сильно. Блять, кто это сделал? Не знаю. Сидим, чини свои города тоже. Да, я сейчас все тратил на это. Так, надо. Это был очень тернистый путь. Что? Очень тернистый путь был. Ну да, ничего, мы уже убили, его это тоже убили. Оранжевый. Меня вообще-то не убили. Вой тут надо мной издевается, он меня телепортирует без моего разрешения. Я это ничего я не телепортировал. Ну ладно. Вой, ты какого цвета? У меня этот голубой. Ты меня телепортировал. Не, не, это синий был. У меня наземные герои. Не, конечно, за котов не умею играть, вообще не буду за них играть. Слишком что-то странное, мне кажется. Ой, нихера, он тут начинает сопротивление серьезно делать. Да, я вижу. Надо бы его отсюда отодвинуть. Нифига себе, он на меня наступает. Ну чё, упоротый? Сейчас я ему пред Левиафана вставлю в один проход. Ну чё, ты его поздно создал, конечно. Да потому что я вкладывался в оборону, а так бы меня пронесли. Если бы я, блин, просто... Раш Левиафан это херня, это доказал Кирита. Потому что когда он его качал, блин, мы просирали много. Ну, где качал? Пошли карты тут. Ну там же тоже натиск был, и тут был натиск на нас. Не, ну это немного другое. Там фан херня, потому что темный ступой у него хотел очень сильно. То есть я помню на самой первой версии карты, где играл я с Кирита,
у него в конце игры было где-то ТП. Это максимальный вот ТП. Ко мне ступло очень столовка. Бля, не сдаётся он. Не думаю, что у меня тут город уходит. Да я его почти захватил. Что по достижениям? Нормально. У меня, кстати, была...